бывшего главу города Ульяновска, а ныне председателя областного совета ветеранов, вечно молодого Сергея Ермакова экстренно госпитализировали непосредственно с рабочего места. Как сказали его коллеги, причина такова. Переволновался, повысилось давление, начались боли в груди. Госпитализирован к нам в экстренном порядке, был доставлен скорой помощью в связи с плохим самочувствием. После перенесенного нервного стресса у него развились проблемы с сердцем. Состояние его стабильное, он проходит диагностические и лечебные мероприятия.